Парк Львов-Тайган закрыт для посещения. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте учреждения. Как сообщает информационное агентство РИА Новости Крым, со ссылкой на владельца парка Олега Зубкова, закрытие связано с тем, что до Нового года сотрудники не успели переоборудовать вольеры для животных в соответствии с действующими нормативами. Из-за этого парк не получил необходимую лицензию и был временно закрыт. По словам Олега Зубкова, на данный момент помещения для животных расширяются, а учреждение вновь откроет свои двери для гостей, как только все необходимые процедуры будут выполнены. Точные сроки он назвать затруднился, однако предположил, что его учреждение заработает к началу туристического сезона.